Со студентами о проблемах и политике. В День науки в пространстве «Точка кипения» состоялся круглый стол на тему «Современная наука и образование в контексте реализации молодежной политики». Студенты ННГУ имени Лобачевского вместе с экспертами обсудили насущные вопросы образования и вызовы современного общества. Одним из приглашенных экспертов стал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Он поделился со слушателями своим опытом студенчества и поиска правильного пути, а также поделился своим мнением о современных студентах. Нам важно знать, что хотят, какие проблемы испытывают, о чем мечтают. Потому что, понимаете, каждый человек, каждый студент – это очень важная часть нашего общества. Мы все заинтересованы в том, чтобы каждый студент был успешен. И вот как нам достичь этой успешности, я постараюсь вот сегодня как-то этот разговор завести и надеюсь, что получу такой активный ответный отклик.